флагзами американских спецслужб. Что, мои дорогие подпикусы, продолжаем с вами шагать 360. Сейчас у меня была попытка съездить в церковь, приехал, должна была быть открыта до 6. Приезжаю в 5.07, пожалуй, вот так, по-армейски. И закрыто. А мужичок такой, я там знаю, служебный вход Лазевичка есть, а мужичок такой говорит, это... Дверь перепилась на нем. Вот смотрите, если направо смотрите, вы видите вот этот, как он, Бродвей театр. Наверху от него строго, вот эти все. И, собственно, сейчас мы там стоят. Вариант с ее стороны. Madison Square Garden, a.k.a. ЖД вокзал. Вот. И... стоим на переходе. Смысл мне не отвлекает здесь. Не попал я под сюда в церковь. И решил пройти обратно. Церковь находится на 97-й ист. Я сейчас уже, соответственно, 41-й. То есть посчитайте, математики наши дорогие, сколько я прошагал кварталов. Мне надо идти до 33-й улицы, соответственно. Длина каждого квартала фиксирована обычно, она 200 с чем-то, не помню, блин, не в футах, не помню, не в метрах, не помню, в метрах примерно 200 с чем-то метров в длину и в ширину где-то, не буду брать, нужно уточнить, посмотреть, но они стандартные довольно. Вот, я иду, конечно, их по ширине, не по длине квартала. Но скажу, что 12 центрального парка, опять не столько, сейчас там где-то 4,2 вроде бы мили. Примерно где-то 6,5 километров. Ну, плюс еще заканчивается на 59-й улице. Но я не с самого верха, когда самый верх это 110-я, 110-я это 59-я. А я иду с 97-й, 159-ю. И, ну, сейчас вот уже 40, какая, 39-я, наверное, подхожу. Вот, вот так. Я очень удивлен по качеству этого микрофона. Сейчас я тоже через масочку. Посмотрим, как сейчас понимают, причем много шумов очень городских. Посмотрим, как он здесь отработает себя. Причем на мне нет никакого отдельного сцепления микрофона сейчас. Вот. Сейчас попробуем на один процесс дойти до... Один процесс попробуем дойти до... Madison Square Garden, a.k.a. ЖД вокзал. Вот, вот налево, если посмотрите, там памятник, там, ну, это пуговка и иголка. Иголка вот она там. Налево надо смотреть. Иголка, вернее, пуговка, у нее вот эта игла. Это вроде бы была вена какая-то это. Вот, можете посмотреть этот памятник. Как вот, пуговки и игле. И Гленин наркоманский. Вот. Пытаемся идти. Когда приходишь с дороги, это узенькие в Нью-Йорке, всегда ловлю момент, потому что всегда на красный можно очень пересекать. Часто, особенно когда кто-нибудь поворачивает, ты видишь, что в этот момент просачиваешься. Просачиваешься и сочишься дальше. Что из сока. Сейчас мы посмотрим, на какой мы уже улице.
О, кстати, здесь вот можно сделать номерки такие вот с любым именем. Кто меня сейчас по телефону слышит, мотайте себе на ус. Блин, вот там вот знак этот, он на той стороне дороги, я с моим зрением не очень прекрасным, я не рассмотрел. Ну, мы уже, да, вон я уже вижу вдалеке знакомые очертания, они все тут знакомы довольно хорошо, как свои. Сколько мне пальцев? 10? 5? А, знаю. Вот, мы уже видим знакомые очертания. Собственно, 7-я авеню, мы по ней вдоль, сейчас шагаем в сторону юга, в сторону Empire State Building, как раз та же стоит, которая на 33-й, вот смотрите сюда, вот они, велосипедисты, наконец-то я их поймал, смотрите внимательно на них, это хорошие ребята, они такие трюки выполняют, правила движения, конечно, все нарушают, что возможно, но они очень круто гоняют. Я хоть немножко их попоймал, то есть только видео можно с ними посмотреть. А вот какой интересный персонаж. Я не люблю обсуждать наряды людей. Меня самой часто бывает обсуждать, но вот можно посмотреть. Такой. Блин, не смотрите, это, скорее всего, бездомный человек, и горе мне, что я вообще об этом сказал. Поэтому дай бог ему здоровья. Так. Вот, собственно, в церковь я не попал, но я не особо расстроился. Съезжу в четверг, попытаюсь на молебен съездить, если получится, дай бог. Завтра у меня опять же, дай бог, съемка, сцену фильма снимаем. Посмотрим, как получится или не получится, как обычно. Очень надеюсь, что получится. Там бюджет у меня заряжен, так что надо просто получить. Ну, вот еще мы заснули. Видите, хорошие кадры. Заснять случайным образом. Я не знаю, как с этой камерой будет видно, вот этим широким углом. Насколько их будет видно, наверное, что-нибудь увидим. Вот здесь находится Power 105. 105 и 1 FM. Это вы понимали. Я их побрали. Вам всем пофиг на него, конечно. Вам рок подавать успеть. Я, кстати, знаю, я поймал радиостанцию русскую дома. Один раз просто по радио щелкал. FM радио. И поймал. Русские песни играют. Оказалось, в этом сидят они. Как он? Они сидят в этом. World Trade Center, когда как раз они сидят. Вот их центр играет. Обещанный мной ранее. Не вам, конечно. Вот. И они, короче, находятся, да, в World Trade Center, они сидят, и там в радиостанции русские песни гоняют, кстати. Вот, поэтому здесь есть FM, русская радиостанция FM. Вот, это да. Тем временем, ребята, мы уже на 35-й. Подошли к 35-й. И все, что он, еще две улицы, и все. Вон этот, как он, а вот он, мы уже видим за углом. Видим за углом. Вот красный, вот этот горит, мы успеваем, потому что красный и им горит. Вот пицца за 99 центов. У нее такая длинная пицца, скажем. Целый кусок за 8. Блин, у нас жерсти не купишь такой. Надо, блин, купить что ли? Опять проходят сиськи, понимаете, вот я рассуждался сейчас некоторое время назад на тему сиськи. И идешь, сезон 86 градусов на улице, сиськи повылазили. Вот. Куда ни глянь, везде сиськи. Вот с собой... Вот, а вот все, собственно, следующее, ну, 34-е, 35-е, следующее, 34-е, 33-е. Вон, если вы налево посмотрите, вон, парус целый будет. И, собственно,
собственно, следующее, и между 35 и 33, вот на этом квартале, я заворачиваю на Ясинскую гарню и хожу вниз на ЖД-вокзал, который находится прямо под Ясинскую гарню. Сможете посмотреть вот людей разнообразно. Перестать. Кто во что гораздо. Такие хроники мои. Вот это видео специально снимал один длинный куском, чтобы вот трансвестит пошел. Да. Чтобы мне его в Телеграм загрузили, посмотреть, изменится ли качество или нет, потому что когда я составлял из нескольких видео, из нескольких клипов одно видео, то я понял, что качество потерялось. Что-то они перегородили все, что-то это конструируют. Что делать? Ну, строят здание, офигеть, вот эти пятачки они будут строить. Не доскреб еще один. Вот этот черный забор. Вот, собственно, здание сверху, где есть Мельцинская гарня. Сама арена находится вон там. То, что походил меня в другой раз, я думал, этот вы тоже узреть успели на секунду Empire State. Если нет, то перемотайте несколько секунд назад. И вот сейчас вот за этим поворотом, за этим углом мы будем поворачивать на ЖД вокзал. Вход. Вот он, пожалуйста. Вход. Вот видите, по Пенсильвания Station. Полетели. В Нью-Йорк 17 минут. И я дома. Вот он. Прямо остановочка у дома. Удобненько, комфортненько, быстренько. Все, давайте. Чигиряк всем. Ну вот, собственно, мы Нью-Йорк-Кен. Это, соответственно, означает вокзал ЖД. Это мой поезд. Ярус. Сейчас зайдем в следующий сборчик. Seven.